Стараюсь коротко. Самое чувствительное поражение мы потерпели в этом сезоне именно в Тамбове. И, конечно же, ребята были полны решимости отыграться, взять, так сказать, матч-реванш. И, конечно, абсолютно заслуженная победа моей команды. Очень рад то, что практически ни одного голевого момента мы не дали сегодня создать сопернику. Это действительно так и было, благодаря нашей обороне. Ну и в атаке, в принципе, забили 2 гола. Могли, конечно, еще больше забить. Тем более, наверное, после удаления второго уже игра потеряла, наверное, некий смысл. И команда вся отошла, соперника назад. И наши игроки уже просто доигрывали матч. Ну, важнейшие 3 очка. Сейчас на первом месте у нас стоит, конечно, результат. Качество футбола. Все-таки мы можем, если говорить про качество футбола, мы можем лучше. И мы это уже показывали в этом сезоне. Но еще раз повторю, что главное все было взять 3 очка. И этой победы мы добились. Поэтому я хотел бы, ребят, искренне поздравить. Спасибо. Вопросы? Козлов не забивает уже, который тут. Кредит доверия исчерпал нападающий? Ну, понимаете, хорошо хоть с момента у Андрея есть, да, в каждой игре. А вот с реализацией, конечно же, да, у него есть проблемы. Ну, подбадриваю, как могу. Есть кредит доверия. Буду терпеть, так можно сказать, в последний момент, потому что Андрей, сами знаете, гонки лидирует бомбардиров, там уже на пятки наступает, если не ошибаюсь, Панюков. Андрей, предполагаю, что переживает по этому поводу, поэтому прорвет, я надеюсь, что его прорвет. Можно? Да. Несколько игр назад говорили о том, что команда находится на фазе, на некотором. Можно, в принципе, и в Оренбурге была неплохая игра, а сейчас неплохая игра. Можно говорить о том, что спад этот? Ну, нет, я так не могу сказать. Все-таки некий такой эмоциональный, в первую очередь, спад есть, присутствует, чувствую. Все-таки, если так брать, условно говоря, там 5-6 туров назад, 7 туров назад, когда здесь мы обыгрывали всех подряд, там по 4 мяча забивали, да, все-таки команда как-то была более эмоциональна так. А сейчас все-таки чувствую, что выхлощена она так. Чем эти эмоции можно? Ну, эмоции. Поддержать. Ну, стараемся как-нибудь, ребят, поддерживаем. Ну, я... Пауза нужна, честно говоря, пауза нужна, но сейчас я буквально в раздевалке сказал, был и сказал ребятам, две недели, простите, две недели надо потерпеть, потом уже будем думать уже об отпуске. Спасибо. Последний вопрос, если есть. По поводу лазарета спрошу, как скоро вернутся ребята, которые... Сейчас уже никто не вернется, даже Вадик Стеклов, хотя мы предполагали, что Вадик Стеклов, может быть, в заключительных 2 турах сыграет, он тоже не сыграет, поэтому сейчас... Все в зимнюю паузу, я думаю, уже поправятся, все болячки свои залечат, и уже там, с 16 января, если не ошибаюсь, уже все будут в строю. Если никто, не дай бог, в отпуске травмы не получит. Не хотелось бы. К сожалению, да, у нас в этом году такие тяжелые травмы были. Ну, это спасибо, часть, спасибо большое, спасибо.